Эта история началась с того, что я впервые зашел в Rust, подрубил стримчик и решил плотненько поугарать. Кормить нечего. Пидор, блядь. Осуждаю! Осуждаю. Что это за такое, блядь? Мужики, здорово! Ладно, побеседуй, что такое? Да я с вами, можно? Здорово, с вами, брат. И поначалу атмосфера в данной игре меня очень радовала. Бля, брат, слышь, кепка модная, это Гуччи, что ли? Опа, спасибо, спасибо. Все. Ого. Ну как, я модный? А ты лысый? А чё так? Да. Шампунь жумай, сымба. Скажи перхоти. Да, хуй его знает. Эти два чудака оказались настолько дружелюбными, что один из них даже решил нас поселить у себя дома. Давайте я... У меня есть тут хата. Ну все, погнали тогда, показывай. С первого раба... А, все нормально, нормально. Ой, да, вообще, это да, кто? Да. Скинув свое барахло из трусиков, мы решили отправиться навстречу приключениям. Но не прошло и 5 минут, как Пися решил покинуть нас. Парни, срочные новости. Какие, брат? Мне сейчас нужно отойти буквально на 30 минут. Получается, кому можно закидать? Мама позвала. Кто у нас покушать? Надежный? Деду, давай. Я не шарю. Дед пусть решает вопросы. А ты чё, а ты куда, брат? Это, по-большому, что ли, приспичило? Решил стать полегче? Не, там... По семейному. Да ладно, так и скажи, что я решил чуть-чуть стать полегче. Ну ладно, согласен. На альт вроде башкой поворачивать. Добравшись до дома, Пися покинул нас, а я решил заморить червячка в прямом смысле этого слова. Червячка хочешь заморить? Есть червячок. Кир, конечно. И в этот самый неловкий момент, когда я кушал червяков, на стрим зашел Чизи. Каешь, Чизи. Здорово. Но я-то так, я пытаюсь выжить. Так, смотри, сейчас пароль напишу. Червяков всяких ем, бля. Вот такое никому не говори вслух только. А вот в чате. Видишь, в чате? Как вы уже, наверное, догадались, пароль от нашего дома я тоже спалил на стриме. А вот что из этого вышло, сейчас вы и увидите. Брат, слышь, а можешь пароль на всякий случай поменять на какой-нибудь другой? Ну, мало ли что, ну на всякий случай просто поменять на какой-нибудь другой. А почему, почему? Ну... Я хочу сейчас побыть одна. Бля, просто мне что-то не нравится, легко взломать, мне кажется. Я бы со второго раза, с третьего бы взломал. Не. Не, хуйня. Брат, ну не, знаю, не, вот я не тебе взломаю, скажу, скажу тебе честно, как бы... продвинутые пользователи, вот легко бы с третьего раза. Это то же самое, что, понимаешь, когда тебе девушка телефон не дает, а там есть палево, ты начинаешь ковыряться, опа-опа, с третьего, с четвертого раза бы натыкал. 5-5, ну, одна кнопка, понимаешь, рядом 6, и сразу же над шестеркой тройка. Вот и все, бля, комбинация легко сложилась. Да не, я тебе скажу больше. Я 2 недели, когда играл месяц назад, у меня пароль был 3-0-1. То есть понимаешь всю опасность ситуации. Понял. Если нас... Стой, а кто это заходит? Там кто-то пароль вел, слышь? Ты кто? Давай меняй пароль, блядь, срочно, я тебе что говорю. Я захожу еще. У меня есть вот такой голос, я не знаю, вообще прокатит, не прокатит. Вот такой, смотри. Это понятно, что я нет. Все нормально, да? А уже через несколько минут к нам присоединился Чизи и с одной тычки виртуозно приговорил берданщика. Голодома бегает, прыгает. На счет 3 толпой. 1, 2, 3. Попал! Дед, уходим, дед, ты чё, сдурел, бля? Идем к дому, чтобы пищу добавить. За нами идут в антираде. За нами идут? Бежим, дед, за нами идут. Да не буду я вас трогать. Ладно. Много или один? Один. Аутрин. Все, понял, брат. А ты новичков не убиваешь? Мы новички, бля, просто пытались тут что-то придумать. Ты нахуя его отработал, блядь? Брат, подымем. Это дед. А ты чё, его положил, что ли, блядь? Ебать, нахуй, берда, пацаны. Ебать, у него сера, нахуй. Ебаном, пизда. И как бы это странно ни звучало, но дед оказался вангой. Ведь после того, как мы забрали берданку и немного ресурсов, в нашем домике появились незваные гости. Ебан. Я положил. Ебаный. Его трофей. Пусть хаты выйдете, да, он и ебать. Ты чё наделал, блядь?
Уходите отсюда, смотрите. Это наша берданка. Вообще-то это не мы. Пися, алло, это я, Пися, успокойся, это я, Пися. Ой, пиздец, пацаны, они зашли. Отойди, дед, ничего не делай, дед. Отойдите, блин, нафиг, дед, нафиг, ну дед, ну что ты делаешь, ё-моё, дед. Подымай, дедушка. Делай теперь свои дела, которые ты хотел, я без ХП ничего не буду делать. Все нахуй. Чтобы вы понимали, в этом бомжатнике нас щемили на протяжении 3 часов, и отбиваться нам было очень тяжело. Поэтому было принято решение утром переезжать. Еще один, сверху. Снаружи должен быть. Меня убили. Подними. Да, дед, ёбаный. Подними. Убил двоих, убил. Это новая хата, а? Мы будем горцы, что ли, получается? Авторизовался вроде. Вот, бери камень. Киянку. Теперь смотри, правая кнопка мыши и улучшай. Да я прирожденный строитель, брат. На следующий день, после плотного фарма и застройки, наш домик постепенно начал превращаться в крепость. Ну все. Смотри, хоп, плюс еще одна дверь. И еще вот смотри, что это? А кто это делает? Это ошибка новичка. Это не могу улучшить. А, ну у тебя, наверное, камень кончился. Но не успели мы построиться, как на горизонте появились довольно знакомые персонажи. Чувак, нет, вообще ничего нет. Дед, у тебя есть какое-нибудь оружие или что-нибудь? Нет, я верстак не успел поставить. Что это такое? Короче, мы походу живем просто в жестком районе. Дед, сваливаем. С тачки вышел чел. Джаггеры, слушай, это проблемки. Понял? Ой-ой-ой, бля. Здорово. Один минус. Второй залез на крышу. Блядь. Ну, что могу сказать? И вот в один из моментов осады нас кикнуло сервака. Я уже начал думать, что это ГГВП, но тут Чизи меня обрадовал. Отлично, у нас есть время первыми зайти и облутать их. Это будет эпик, слышишь? Так, надо этот... кликать, заходить туда. А... Много типов спят дома у нас. Вали их. Кто-то, по-моему, из них проснулся. Меня с двушки убили. Таким образом, у нас появился неплохой лут и топовые пушки. Это не спит, блин. О, да-да-да, подожди, сейчас он только проснется, сейчас я ему устрою. Ну что ты, маленький, просыпайся давай. Hello! Да? Hello! Убивай. Он вниз побежал к тебе. Hello! Bye-bye! Hasta la vista! Так будет с каждым, бля, кто придет к нам. Отбившись от набега турков, мы решили нанести им ответный визит, но во время первого прыжка что-то пошло не по плану. Туда. Блин, я под незнанки, как его открывать, я боюсь, не долечу в первый раз. Долетишь. Давай. Получив ценную информацию и изучив домик противника, мы решили возвращаться. И прыгай. Вот и все. Блин, это было изи. Я про это и говорил. Ебать, блядь, что у него с рукой? После того, как мы залезли в наш маленький баркасик, мы решили двинуться в сторону мирного города. Такой код? Такой же? 2, 3, 1, 3. Дед, садись за руль, короче. Дед, едь. Дед, едь. Тело. Ты дурак. Как спалось, как настроение. Нокнул одного. Ха-ха-ха. Чё? Мы к ним в гараж попали, серьезно? Дед, увози тачку, увози срочно. Мы справимся. Чел на мне, дал ему. Прямо справа за гаражом, справа. Понял? Чекнул. Дал одному.
Отхожу. Я умер, все. Убил одного. Дал еще одному в голову. Я заутал компоненты, погнали. Блядь, сука, ебаный, блядь. У нас дед сдох, он тупой нафиг. Куда он мои компоненты скинул этот? Он же сказал, что он облутал, где они нафиг? Ты что, назад хочешь через них съехать? Нас взорвут же. Блядь, газпол, газпол, брат. Газпол. A few moments later. Я думал, вы в тачке, пацаны. Да, да, в тачке. Я думал, газуй, газуй, кричите. Я газу как дал. Обидно, это пробивается. С моей стороны, как всегда, заходили. Туда и иди. Ты сейчас очень нужен со своим болтом. Как бы странно это ни звучало. Понимая всю плачевность ситуации, мы уже хотели впасть в отчаяние, как друг Чизи сообщил очень интересную новость. И слежу за типами, которые перерабатывают очень много лута. Я уже рядом. Тачка снизу, под нами? Снизу одного вижу бегать с да, мешком. Да, да, вон. Кого антират, убивать? Антират, кого убивай, убивать? Антират. Антират, убивай. Готов? Хорош. Дал тачку. Один вылез? Дал, еще раз убил его. Этот антират еще раз убил. Еще раз. Взорвал. Здорово! Еще. Не вижу, где. А, вижу. Еще взорвал. Минус тачка. Хорош, хорош, хорош. Прикрывай. Все мертвы. Хорош, здорово. У них столько грибов нафиг здесь. Вот эту лутай. А что забирать? Все забирай, если есть варик. Дерево 150. Я все забрал. Уходим. Все, поехали домой. Дед бедолага там. Стреляет кто-то. А тебе? О, вон на коне бежит тип. А, вижу его. А, со спины на 350, стреляют. Да, да, да. На 350 прям. Голу такой. Вижу. Сейчас дам. Голова. На. А на коне вон кто едет, смотри. На 10. Только мы с конем. Блин, заехал. Готов. Ты серьезно сейчас? Чё? Ты чё, снайпер, что ли? Не, ну это моё оружие. Моё оружие в этой игре. Я почему-то низко раскрываю парашют, а ты высоко. А я сразу, потому что херачу. Я тоже жму пробел. Так, агент Скаймен приземлился на пункт назначения. Я умер. Поздравляю, Скаймен. Все, хорошо. Все, теперь отсюда просто вот в угол, вот отсюда просто в угол, в две гаражки бей. А я прикрываю. Свечу туда, вот. В угол. Нет, не близко, нет! Дальше встань. Хорошо. Вот, просто далеко и стой, вот тут вот на углу прям. Да ты меня в панику вводишь своими этими. Нормально, нет. Близко так ты можешь взорваться. Хорошо, теперь смотри. Вон туда надо, налево бить гаражку. Вот, да, вот, налево. Бля, может так вот? Так вот не надо было делать. Абсолютно. Ёпта. Главное, не жопой на колючку. О, хорошо. О, записка, подожди, что тут написано? Чувак, я нашел доказательство, что они нас зарейдили. Тут записка с нашим паролем вчерашним. Надо пароль менять от нашего дома, слышишь, это бред нафиг. Капец. Да ты там сидишь, друг. Эй, шоколад, а вы знали, что мой тиммейт может залутать? Типа. Себя лутать. Люди не могут тебя залутать, представляешь? Заткнуться всем, нахуй, сказал, блядь! И слушать папу, нахуй, дрыщи, ёптую! Ты агрессивный какой-то мужик. Хотите перестрелку, лютую? Брат, посмотри на себя, какую перестрелку? Ты, блядь, в одних трусах, нахуй, что ты с писюна стрелять будешь? Смотри фокус, смотри фокус. Хотите перестрелку, лютую? А тут хоп. Он стоит в эту писи-сисю, Юуса. Думаю, а что тогда получится? Нет, ну то получилось что-то нас... шедевральное, мне кажется. Ну да, да, пойдет. Я не руфкемпер, я снайпер. Киллера. Хеликоптер! Погнали, сейчас будем делать грязь вообще жесткую. Я ракет побольше скрафчу. База, прием, это Пиранья 3, мы вылетели, двигаемся в поисках объекта. Начинаем патрулирование. Да, вот по прямой, вот там дом дальше, вот вон он. Это порт. Какая
нахуй разницей? Минус 2000 скрапа! Сюда нафиг! Назад, заходи на второй заход давай. Прием, цель не обнаружена. Он бежит. Welcome to Vietnam. Цель мертва. Hasta la vista. Двигаемся дальше, цель ликвидирована. Опа, стоп! Блин, нет! Прощай, брат!